Всем привет, друзья! Многие люди задаются вопросом, как же накачать пресс в домашних условиях. На самом деле это несложно, это почти то же самое, что и в качалке. Вам придется делать в этом сете, который я покажу, два упражнения. Это очень эффективные упражнения, которые мне помогают, и я их покажу после того, как скажу несколько слов. Во-первых, чтобы достигнуть какого-то пресса, да, каких-то кубиков, вам придется бегать, кардиотренировки. Бегать. Во-вторых, вам придется есть белковую пищу. Придется исключить углеводы, те же самые быстрые углеводы и медленные. Исключить по максимуму. То есть вы можете употреблять, конечно, медленные углеводы немного, да, там макароны, рис, каши какие-то. Можете употреблять, это не запрещается, потому что вы умрете, если не будете употреблять их. А быстрые углеводы вы должны полностью исключить вообще. То есть вот эти сахара все, мучные изделия и все такое, все сладости, короче. А вот теперь я покажу вам упражнения, которые помогут накачать ваши кубики. Поехали! Не-не-не, первое упражнение это не медитация. Первое упражнение это планка. Все знают, что это такое планка, и это очень-очень максимально эффективное упражнение. Делается планка так. Тело у вас должно быть ровное, старайтесь не скрещивать пальцы, потому что нагрузка будет уходить тогда на плечи. Держим руки вот так прямо, 90 градусов. Тело прямое. Если вы продержитесь одну минуту, это уже хорошо. Делать нужно таких сетов, то есть это не сет пока что, но будет сейчас сет. Подождите. Короче, так выглядит планка, вы все поняли. Теперь после планки, как вы продержались там максимальное количество времени, мы переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение это махи ногами, на пресс тоже, делается это так. Эти упражнения оба делаются сразу же, моментально. Это сет. Делается вот так, смотрите. Мы ложим руки сюда, делаем упор. Потом на выдохе, на резком выдохе, резко поднимаем ногу вверх. Максимально, как вы можете. Смотрите. Вот. Напрягается пресс дико, если правильно делать. Делайте это упражнение тоже на максимум. Ой, я уж вспотел моментально. Тут ты худеешь, короче, пресс качаешь. Короче, планка сначала, потом сразу же делайте это упражнение. И тогда вы накачаете пресс. 100%, пацаны. Это упражнение очень жесткое, второе, которое я показал. Оно очень сильно напрягает пресс. Делать важно резко, на резком выдохе. Выдыхаете не так, а так, чтобы у вас пресс из-за дыхания сокращался, из-за того, что вы поднимаете ногу. Двойное сокращение, двойной бонус, ё-моё. Все, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Не могу встать, уже все, устал, пресс отваливается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И увидимся в следующем выпуске. Пока.